Пятый элемент доставлен. На строящееся в Щелкове сборочное производство космических аппаратов поставка термовакуумной камеры завершена. Перевозка самого крупного технологического оборудования уникального предприятия, где под одной крышей будут проходить и сборка, и испытания спутников, осуществлялась в несколько этапов. Была проведена серьезная логистическая операция. Крупногабаритный груз перевозился в сопровождении госавтоинспекторов. Кортеж занял 3 дорожные полосы. Чтобы минимизировать пробки, а также обеспечить безопасность, перевозка из подмосковных бесед в Щелково осуществлялась после полуночи. В целом поставка проходила в течение 3 ночей. Процесс оказался трудоемким, к тому же и погода удивила своей многогранностью. Однако ни проливной дождь, ни сильный ветер, ни обильные снегопады не стали препятствием. Технологическое оборудование поступило на объект в соответствии с графиком. Итак, пятый элемент термовакуумной камеры доставлен на объект. И сейчас мы наблюдаем за процессом разгрузки. Нужно сказать, что он весьма небыстрый. Отгрузили оборудование на железобетонные блоки. На это ушло больше часа. Сегодня мы наблюдаем прибытие последнего из 5 элементов термовакуумной камеры. Габаритные размеры элемента составляют в диаметре более 9 метров и вес 26,5 тонн. В ближайшее время уже начнутся работы по перемещению элементов непосредственно в здание ЦСИ, где будет осуществляться сборка и установка оборудования на фундамент. Камера состоит из задней и передней 3-цилиндрических секций. Общий вес оборудования составляет 129,5 тонна. В диаметре каждый из 5 элементов превышает 9 метров. Конечно, для перевозки и затем отгрузки такого габаритного оборудования был подобран специальный транспорт. Техника уникальная. Имеет свои особенности. Допиш, она может подруливаться, имеет гидравлику. Для данного груза техника была индивидуально подобрана, потому что имелись сложности на маршруте, поднимались над препятствиями, потом опускались, были сложные повороты, техника подруливалась, было распределение по осям, чтобы не нанести урон искусственным мостовым сооружением, дорожному покрытию. На каждую ось, грубо говоря, на каждую линию колес этот прицеп может поднимать 35 тонн. В данный момент у нас нагрузка минимальная, скажем так, меньше, чем от КАМАЗа. Термовакуумная камера была изготовлена в Италии. Это первое самое габаритное технологическое оборудование, которое поступило на объект. Ее объем составляет 600 кубических метров. Здесь с помощью специального оснащения будут создаваться космические условия. Вакуум 10-9 степени Паскалей и температурный режим от минус 150 до плюс 200 градусов по Цельсию. Испытания в камере спутника станут показательными для его дальнейшей работы в космосе. И в ближайшее время планируется выйти на новый этап возведения объекта. Процесс установки оборудования начнется совсем скоро в Центре сборки и интеграции испытаний предприятия. Анна Балиет, Александр Оржевский, Сергей Максимов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.